В начале этой недели в нашем сюжете мы уже рассказывали о том, как учащиеся 5-й школы Славянска на Кубани поздравили воинов-десантников с наступающим Новым годом. Для наших ребят, участвующих в военной специальной операции, школьники записали видеообращение с пожеланиями скорой победы, а также собрали для них новогодние подарки. Все подарки дошли до адресатов. Десантники поблагодарили ребят за внимание и поддержку. Выражаем благодарность ученикам школы номер 5, ветеранам воздушно-десантных войск, администрации и предпринимателям города Славянск на Кубани. Ваша поддержка очень нужна нам. Она греет душу и помогает нам в сложные минуты. Верьте в нас, и мы победим. С наступающим Новым годом и Рождеством!